Так. Сегодня. Сегодня. Так. Сегодня у нас 2 февраля. Я пришел за справками. Так. А где наша славная кадра? 2 января, это ладно? Сегодня февраля. 2 февраля вы мне до сих пор не дали спецодежду. Я вам сейчас распечатаю, что вы обязаны при увольнении сдать спецодежду. Это собственное предприятие. А вы обязаны в течение 3 дней выдать мне справки. Это другое дело. Пожалуйста, читайте. Это фигня. Это не фигня, это все правильно. Вы мне покажите. Вы требуете то, что вы требуете. А вы вот мне это, покажите то, федеральный делать, закон. Вы не хотите делать. Почему, не знаю. Да, да, при увольнении человека. А почему обязан. Вы мне не выдавали вовремя? Я выдавала вам вовремя. Вы не выдавали, надо. Вы не вовремя. Давайте посмотрим. Давай. Вот они документы, да, все они, да, сидят. Вот они идут. Вот. Это вы в суде будете доказывать, что да, вы... Да я не буду ничего. Так, а где у нас кадры? Все. Не надо нас судом пугать. Да я не пугаю, но судом не пугаю. Ну и мы тоже подадим на вас суд, что вы спецодежду. Подавайте, подавайте. Подадим. Вы же тоже пугаете. Так, а где у нас кадры? Итак, Ирина Юрьевна, пожалуйста, на видео повторите то, что вы мне сейчас сказали. Про что? Про справки, про документы по увольнению. Что они сейчас находятся. Я подавал заявление в четверг. Что они где сейчас находятся? Я не знаю. Как это не знаю? Сегодня 2 февраля я подавал. Юрий сказал, что он сегодня проверит, да, и выслал. Мне не надо ничего высылать. Я специально приехал по истечении 3 дней. Вот меня попросили адвокаты записать вот это все, что вы не выдаете. Что я вот приходил в течение 3 дней. Что там юристского он наговорил, почему она в тянучку играет. Для чего? Чтобы в суде, значит... Чтобы суд оттянуть или что? Чтобы я неправильно составил документы? Я не могу точно сказать, но вот. Я думаю, что она имеет право высылать их по почте. Вы обязаны выдать мне в течение 3 рабочих дней. 3 рабочих дня прошло. Где эта юристка? Вот объясните мне, пожалуйста, почему вы так вот играете с законом? А я там чуть шаг сделал влево-вправо, все, до меня расстрел. Вот объясните, вот, пожалуйста, я фиксирую я это все на видео. Я не нарушаю закон, и я не давала когда. Ваше согласие, для меня не требуется. Хорошо. Вот, пожалуйста, приказ номер такой-то, закон такой-то, пункт такой-то, при увольнении человек обязан сдать спецодежду. Мне спецодежду требуется меня, чтобы... Я вам еще раз повторяю, я буду сдавать точно так же, как вы мне выдавали ее. Вот я вам выдавала валенки, куртка, со срочкой по времени. Со срочкой по времени. Не надо по срочкам. Вот, не надо было мне так выдавать. Выдавать это одно, а сдать вы должны обязаны при увольнении всю спецодежду. И никаких просрочек. Вы тоже должны мне при устройстве выдать всю спецодежду. И никаких просрочек. После 3 месяцев. Никак нет. Вы же БУ не стали брать? Не стали брать. А вам зачем мне ваши БУ? Вот именно. У вас были все мои данные. В течение недели, двух. Не надо в течение 2-3 недель. БУ в течение 3 месяцев. Каких 3 месяцев? Сроком идет. Каких 3 месяцев? Каких 3 месяцев? Что вы мне сказки рассказываете? Там вообще не написано что-то. Там написано, работодатель обязан обеспечить. Вы как представитель работодателя не обеспечили вовремя. Так что вовремя вы и не получите. Вы мне полтора года отработал, вы мне только зимнюю спецодежду полностью выдали, то не всю. Головные уборы так и не выдали до увольнения. Головные уборы у нас по закону в этом, ну, этом не входят. По охране труда работник не должен быть в головном уборе. У нас по договору, который написан спецодежда выдачи, головных уборов у вас не предусмотрено. Да вы что?
Да. Да вы что? Это зимой. Это зимой я должен без шапки работать, что ли? Должен на тепловоз минус 40 выходить, смотреть без шапки, да? Я не знаю, что... Вот я знаю. Так что будете получать так же, как и выдавать.